Вспомните, как встречали нашего президента в Крыму. Это ведь за деньги не купишь. Они прекрасно видят, их ждала участь Славянска, Краматорска, Одессы. Сколько там людей бы невинных сожгли, убили, одному Богу известно. Просто чудо. Чудо и твердая воля президента сделали так, что самое главное, люди в Крыму имеют будущее. Я нисколько не сомневаюсь в том, что Крым получит огромное количество инвестиций, что у них будут нормальные пенсии, зарплаты, что Крым, то, что я был недавно в Крыму, еще до этого, естественно, и был удивлен, честно говоря, в каком бедственном состоянии находится все. Здания, дороги, все в полуразрушенное. Конечно, Украина туда ничего не вкладывала. Сейчас я уверен в том, что мы Крым превратим просто в какой-то благодатный край. У меня в этом даже нет никаких сомнений. И еще не раз крымчане скажут спасибо. А крымские татары, я думаю, они увидят. Татары в России живут, может быть, даже лучше, чем русские. Поэтому я думаю, что пройдет буквально несколько месяцев, максимум полгода, ну, самый максимум год, и татары тоже поймут, что это все во благо их.